В школе номер 17 городского округа Щелково прошла образовательная стажировка, в которой приняли участие представители Министерства образования Калининградской области и руководители школ этого региона. Заместитель главы городского округа Щелково Дмитрий Толмачев и исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Елена Бушнева приветствовали делегацию. Директор школы Анна Грызлова провела виртуальную экскурсию, чтобы гости могли ознакомиться с образовательным комплексом. В школе 9 лет. 9 лет мы идем только вперед. Это задача моей управленческой команды, всего педагогического коллектива. Стажировочная программа была посвящена изучению эффективных управленческих практик в воспитании детей и подростков. В каждом регионе есть свои какие-то нюансы, да, есть какие-то свои такие направления, которых мы можем и не знать. И только при тесном взаимодействии, при общении с коллегами, с разными, можно совершенствовать систему нашу, как воспитательную, так и образовательную. Школа номер 17 известна своими успехами. Например, она стала одной из первых в округе, где открыли кадетские классы и начали реализовывать программу «Я кадет». Кадетский класс – это класс, в котором большую часть учебных часов выделяется на изучение отдельных предметов, таких как, допустим, большие часы математики. Также в кадетских классах есть неурочная деятельность, такая как хореография, военная история, математическая грамотность, строевая подготовка тоже есть. Также мы участвуем в различных патриотических мероприятиях. Мы возлагаем цветы на Гребенской горе. Также посещаем различные патриотические экскурсии, участвуем в кадетском бале. На примере кадетских классов педагоги школы провели презентацию своих методик патриотического, эстетического, физического и духовно-нравственного воспитания. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.